музыка на открытом воздухе – это совершенно другое восприятие. Так считают сотрудники Центра культуры совхоза имени Ленина. Именно поэтому возникла идея проводить концерты под открытым небом на протяжении всего летнего сезона. Лето, тепло, пора выбираться на улицу, потому что обстановка соответствующая. Погода теплая, безветренная, без дождя, располагает хорошим временем. Первый подмосковный вечер для посетителей мероприятия прозвучали песни на музыку Григория Пономаренко и других советских и российских композиторов. Сегодня мы планировали провести мероприятие, посвященное Григорию Пономаренко из Пономаренко. У нас была замечательная программа. В следующий раз мы планировали взять что-то из 90-х. На следующий раз мы планировали взять что-то роковое, молодежи дать возможность выступить как бы и так далее. Также были исполнены фольклорные произведения, ведь концерт проходил в день жен мироносец. Влияние этого дня, конечно, было, потому что мы ориентировались на репертуар именно женской направленности, про любовь, про нежность, про верность. То есть, про все женские качества, которые очень важны в нашей жизни. На музыкальный вечер собрались жители разных поколений. Они с большим удовольствием подпевали артистам и танцевали. Подобное мероприятие здесь в совхозе, и я хочу сказать, что я в восторге. Такие таланты, талантище, я бы сказала. Почему они истинное наслаждение детей выгуляли, посмотрели. Как обещают организаторы, каждую неделю планируется разнообразная музыкальная программа. И еще добавятся интерактивные игры для детей. Наталья Буслаева, Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.